Ну что, отправляемся в путь в Великий Новгород. Время попить кофейку. Ехать еще 116 километров. А дорога все не кончается и не кончается. Еще 88 километров проехать. Остается 58 километров. Все едем и едем и едем. Еще 53 километра. Так, едем, едем, едем. Осталось 23 километра. Еще 12 километров. Короче, я уже в Новгороде. Еду дальше. Пока пацаны едут в электричке, я уже полетал, какую-то церквушку заснял. Я приехал, а пацаны еще нет. У них там кому-то плохо в электричке стало, и они на подъезде к Великому Новгороду остановились и ждут скорую. Миша, говори громко всем, как мы идем, куда мы идем. Так, братва, давайте первый занимать. Курский, можно. Короче, у нас осложнение. GoPro. Привет. Короче, что все поплыло? А, это через поляризационные очки, это просто пипец. Сережа! Да. Так, это будет не ад, какая-то там машина. Привет, Макс. Ты в блоге не участвуешь. Вот за тебя его Данюша сделает. И вот ты будешь смотреть и завидовать, понял? Я еще тебе не буду подавать. Тихо, бродят, не знают, куда пристроиться. Забрели в какую-то башню. А вот это мохнатый зачем? А это пушку чистили после выстрела, ага. Пушка в разрезе. А что там вот это только не знаю, для чего хорошо. Верхняя? Колоть врагов. Да. Это подпальный, ну она, видишь, совмещенная с этим. Это подпальный пруд, то есть он поджигает. Пушку поджигает нужно было. Будь нашим экскурсантом. И заодно можно врага было заколоть. Да, Соня. Привет. Франт такой, франт. Куда это он смотрит? С прищуром смотрит вдаль. Будущее. Блин, как раньше так ходил, по спикам. Вау. Вау. Какая же экспозиция. Смотрите, сохранили это. Сюда смотри, это там фигня, вот здесь. Какая же экспозиция. Да, парни, это книг. Выйди, да, выйди. Чёрт. Могли. Ну что, где мы когда потеряли? Смотри. Что-то обезьяна. Во! Надо было сесть на ствол, обними, чувак. Обними дуло, дуло. Во! Раз, два, три. Отлично. Все. Ужас какой-то. Ровно. С этой стороны ровно. Ну хорошо, на самом деле управлять. Красавчик. Ой, такой. Молодец. Боярин. Котейко. Котейко боярин. Продолжай. У нас бурное обсуждение, где найти еду, потому что здесь заведения закрыты. Сюда, в Финляндии. В принципе, неплохо. В Финляндии выходные все закрыто? Да. Сударушка нас накормит? Нет, типа. 680. Вот. Что-то с чем. Короче, сударушка нас не накормит. Блин,
Вперед, вперед. А можно? Наконец, еда найдена. Ага, конечно. Отразы попадают. Раньше не было, просто на полэкрана, и ты не понимаешь, что у тебя, какая композиция там внизу, есть она, нету. Охренеть. Давай, давай, расскажи что. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте по моим ссылкам. Чините дроны в Skylab. Похоже, очень мороженое. Роняйте дроны по памяти.